Вставляйте, пожалуйста, ухо плотно, включаем и проводим пневмомассаж специальным компрессором. Может быть, чуть плотнее, чуть доставайте, вы должны слышать такое ощущение пу-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 пу. В принципе, даже слышится, как компрессор сейчас работает. Там работает такой валик, и он тоже создает пропульсивное давление на барабанную перепонку. Значит, в нашем случае готово два лекарственных препарата, маленький инсулиновый шприц, в нем сосудосуживающий препарат, вот в необходимом объеме. Второй препарат такой, как на молоко похож, да, это суспензия гидрокортизона, противоотечным действием обладает. Катетер стерильный, он входит в полость носа и попадает в слуховую трубу, там останавливается. Снаружи мы вводим поочередно один лекарственный препарат, потом второй лекарственный препарат, и после этого катетер извлекаем.